всегда убила в сторону, то, что я увидел вот здесь вот, тема была другая, детская, а вот он лежит, и если бы вы видели, он уже три вебинара лежит, и наконец я его заметил, забываю. Дело в том, что мы должны готовиться всегда, готовиться всей страной, это не высокие слова. В стране участились пожары, в стране идут поджоги, вы это прекрасно знаете, вот, пока горят там нефти эти самые, а скоро загорятся высотные дома. Высотные дома окружены самопальными этими самыми. В общем, забиты машинами. Стоянки забиты, пожарные подъехать не могут. Статистика из каждых 10 погибших на пожаре, 9. Не сгорели, а задохнулись от дыма. Значит, времена возвращаются, но мы все делаем с опозданием. У нас все с опозданием. Сейчас срочно надо всему населению раздать, а вы пока, наш круг, да где угодно добывайте. Хотя, по-моему, уже негде добывать. Вы знаете, это остаток сгнившего, у него маска уже сгнила. Я ее выкинул, годы прошли. А она-то... Я же не пользовался, она нормальная, и если вдруг такое случится, вот, она мне спасет жизнь. Вот о чем речь. Надеюсь, и вам тоже. Где вы будете добывать? Я обращаюсь не к вам, просто нас не слышат, у нас сейчас нет обратной связи. Вот, нам говорят, а мы говорим пустоту. Значит, сейчас должны быть розданы миллионы этих самых противогазов, еще по той причине, что никто не отменял и низкоурановые эти самые снаряды никто еще не отменил и не запретил. Вот. Никто не отменил пожары. Вот. И много чего еще. Это я говорю, кто я? Специалист по промышленной безопасности, командир добровольной газоспасательной дружины. Я Железов, клянусь Богом, потому что скажут, вот, наплел. Я Железов, который спас несколько человеческих жизней. Я Железов, который сжег легкие и эти бронхи хлором, поэтому сейчас видели, какой я последние годы. Вот. Я тот самый, который заработал орден трудовой славы. Боевые ордена в мирное время не дают, но орден дали. Вот. Я имею право говорить, что это прошло через мою жизнь. Понимаете? Идет. Сейчас это очень много озверевших людей, которые за деньги подожгут что угодно. И жгут, уже жгут. Вот. Стараются палить или палить. Ну просто раздайте людям противогазы. Где мы их купим? Вот я бы, допустим, за 1000 рублей купил бы для детей, для всех. Вот. Если хуже стали дела, 10 000 отдам. Ну где? Кому? Кому? Кто? Те сгнили, которые были в этих самых. Еще... 10 лет назад, 15, узнал отдел кадров, чем я занимался в Норильске, да? Вот тем самым людей спасал. У нас хлор – это огромные объемы. Причем тот самый смертельный, 90-процентный. Это страшнее, чем была Первую мировую войну, концентрация. Так вот, узнали об этом, сказали, быстренько организуй. Были еще тогда какие-то, какая-то гражданская оборона была. Я выстраивал людей, со склада брал противогазы, одевал на всех, показывал, как их на мордике, то есть, как их одевать на лицо. Вот, заставлял пробежаться немножко, и мне говорили, ставили галочку. И то это была моя добровольная работа, потому что приезжал те, которые занимался этим профессионально, не знал ничего. А за мной, за моей спиной была это, и спасенная жизнь, и аварии. Так вот, я это хотел сказать. Как хотите, сейчас надо на опережение работать, не ждать, пока еще 1000 людей задохнется от дыма, потому что высотные дома, вот эти вот, у меня это по другому поводу. Вот это не сюда, это по другому поводу совсем я собрался говорить. И на ваше несчастье, тех, кому, кто это, пару человек скажет, мы не за этим здесь сидим. Так, нет? Вот. На ваше несчастье я начал с этого. Итак, теперь дальше. Значит, детская тема. Дети сидят за компьютерами, за этими, за телефонами и так далее.
на компьютере реже, а я не могу отставать, и ребенку через 3 дня придет по Вайберу, что этот самый новенький, который не телевизор, а не этот, ну, не планшет, и не компьютер, который память компьютера. Вот память. Выписал. Заплатил 25 500. Ну, догадались, да? И в то же время я буду говорить вот о чем. Значит, готовьте себе замену в каком плане? Когда дети вырастут, поздно будет. Поздно. Не растите неумелых совершенно. Пусть они сегодня принимают ваши фирменные эти самые приемы. Вот это я хотел сказать. Далее, еще важнее. Я немного, 5 минут, ребята, а потом все чисто по садоводству пойдем. Вот это смотрите сюда. Значит, времена настолько трудны, вот, а они всегда сопряжены с повышенной преступностью. Значит, что такое школьное занятие физкультуры для девочек? Сказать? Вот, школы обязаны закупить эти самые манекены. Девочки должны проходить тренировки по системе самозащиты. Самозащита – это когда она, манекен, бьет по яйцам. Это в основе, а потом остальное приложится. Вот, потому что еще надо быть физически сильной. Уже время прошло вот этих слабых, субтильных девочек. В это время прошло. Вот, поэтому школьные занятия для девочек отдельно в основе самообороны. Еще не все. Я только готовился, и вот полчаса назад только дошло. Еще раз. Тысячи детей тонут. Каждый год. Статистику не приводят. Зачем? Спите спокойно. Не ваш ребенок утонул. Ваш утонет в следующем году. Большинство из них плавать не умеют. Так? Система, когда выходя со школы, должен сдать определенные нормативы, проплыть километры и так далее, и так далее. Вот, это в основе должно лежать школьные программы. Это сейчас важнее, чем эти. Вот эти бедные девочки, логарифмы, косинусы, все это даром им не нужно. Вообще, 1/100 нужно, ладно, исключение для нее. Остальным даром не нужно. А вот научиться бить по яйцам, извините, время пришло. Вот, и стать физически сильной, чтобы меньше болеть, больше на свежем воздухе. А теперь смотрите дальше. Вот, проклятие 21 века. Знаете что? Современные министры выросли в памперсах. Это не те дряхлые, которые дремлют на этих, на своих симпозиумах, а современные министры. Вот. Они уже прошли это самое. Они уже никогда не будут настоящими учеными. И они не знают самого главного. Лет 50 назад, не помню откуда, я спокойненько читал, и это не был секрет, и сейчас не секрет. Как случилось, что набрали в рот воды, так набрали в рот воды, что до сих пор еще рот открыть не могут. Как это могло случиться? Я спокойно где-то читал об этом, об этом писали еще тогда без надрыва, как я сейчас с надрывом, просто без надрыва. Итак, у всех мальчиков есть яички. Эти яички вынесены организмом специально снаружи, потому что температура тела для них не подходит. Тогда они не развиваются, и не развивается один из важнейших половых органов. И не развивается потомство, сперма. Тогда получается, что снаружи болтаются, на хэ называется, это шутка. Вот. И тогда вырастает нормальный ребенок, превращается в мужчину. Так было всегда, так было в древние времена, когда носили повязки, вначале набедренные повязки, потом юбки носили мужчины. Помните римских солдат? 50 килограмм. Все свое беру с собой, нагрузил на себя и пошел покорять всю Европу и Азию. Было? Еще и Африку в придачу. Вот. Это было. Сейчас такое невозможно. И что получается? Эти памперсы, и вот, а потом оставшуюся жизнь, тесные плавки, образ жизни, а образ жизни это сидеть, сидеть, лежать, лежать. Вот, это все приводит к частичной или полной кастрации. Это та же самая кастрация. Тут уже не отрезали в эти яички, но зато кастрация взял в кавычках, не отрезали. Но они гниют у ребенка.
Это даже не девочка получается. У девочки нормально развиваются женские половые органы. А женские половые органы – это совсем другой образ жизни. Это совсем другие занятия. Это будущая мама. А здесь мальчик, который это фактически кастрированные яйца. Я прошу прощения, не вовремя. Алло, Женя нас слушает. Я провожу вебинар, можно потом? Извините, я прервал вас. Сейчас прям, ага, извините. Так, продолжаем. Получается следующее. Это даже вырастает не девочка вместо мальчика. Это вырастает субтильное существо, ни на что не пригодное. У него будет еще более слабее потомство. Часть из них уже сейчас геи. Геи ведут активный образ жизни, они нам это. Ну, видите, что творится. Вот. Говорить не буду. Итак, это страшная вещь. Это гибель всей страны и всего мира, кроме Китая, в которой в 6 утра вся страна на этих самых, на утренней зарядке. Вот. И там жесткие правила. Вот тебе час, и хрен ты сядешь и сидеть целыми днями это. Или лежать с этой самой. Вот это я обязан был сказать. Это я, гражданин России. Почему об этом молчат? Хотя бы в качестве гипотезы, чтобы какой-нибудь собрали, как они называются, эти ток-шоу, и сказали, вот давайте так, вот человек один говорит, это кастрация, это страшная вещь. Другой говорит, нет, у меня ребенок вырос в этих самых, он теперь у нас такой, а что, нельзя взять 1000 этих кроликов? Что такое кролик? Это символ сексуальности. 1000 кроликов развиваются, а вторая 1000 кроликов, надеть на них памперсы. Они быстро растут. Через год, два, три, полная картина. Давайте уж на них, раз на людях нельзя. Да, люди уже, это уже прошло. Люди уже прошли это. С тех пор, когда появились вот эти вот подлецы, которые научили весь мир одевать очень удобные памперсы, как еще подгузники и прочее, что они натворили. Значит, понятно, не надо стирать бесконечные перчатки. Но потом появились эти самые стиральные машины, и эти стиральные машины могут снова стирать грязные перчатки. Ну откажитесь, сделайте вид, покажите соседям. Меня даже свои родня не принимает эту позицию. А почему? Я для них не авторитет. А кто авторитет? Да пусть бы мой министр, а он не знает, он не понимает. Он сам вырос в памперсах. Все. Это революция. Отказаться от памперсов, теперь это революция. Они не способны делать эту революцию. Женщинам обращаюсь. К этим, есть же женщины, замминистры, помминистры. Это их дело было бы. Все, высказался. Сил нет. Вот жить в такой стране, в которой миллионы сошли с ума, и ни одного в этом возгласа сказать. Вы что натворили? Вы во что, где мальчиков превратили? Это те мальчики, когда мы. Минус 40, мы все на улице, потому что занятия отменили в школе. Вот это вот детская школьная площадка. Ой, не школьная, а деревенская площадка. Раз за разом, 10 февраля, кроме наших следов, ни одного следа. Где все эти школьные дети? Ой, школьные. Деревенские дети. Специально площадку построили, современные тренажеры. Где она? Это мой ребенок. Проходит ровно 2 недели. Ни одного следа так и не появилось. Специально ездил каждый раз, а я мимо езжу. Вот кусочек, вот кусочек. Ни одного следа, никого нет. Что из них вырастет? Вот. Борюсь с этим как могу. Ну, хотя бы это, специально деньги даю, чтобы каждый раз трусы посвободнее ребенку купить. Только начинает это, чтобы ребенок ходил в свободных трусах. Хотя бы это, уже не знаю как. Отучил спать в трусах ребенка, чтобы хотя бы спит с голыми этой, ну, голым телом. Сейчас случилась еще одна беда. Это страшная, невероятная беда.
с гордостью говорят, это все да, на всю страну, на все каналы, а вот мы еще 100 миллионов квадратных метров построили, и они все выше, это такие гадюшники, когда это будет гореть, а все идет к этому, а ракеты-то все длиннее, дальнобойнее, когда все это будет гореть, люди будут тысячами гибнуть. Почему сейчас, еще пока это не случилось, не дать людям землю, пусть строятся, дайте кредиты беспроцентные. Все равно это подъем промышленности, когда электронасосы, эти самые трубы, шифер, кирпич, все это надо будет. Пусть всех построят, а многие способны, помогите только. А нахрена вот эти вот, это же главу, это даже не гадюшники. Да, это гадюшники, здесь дети портятся так, живя в них 24 часа в сутки, 23 градуса тепла в доме. Это смертельные ловушки. Ну неужели непонятно? Ну что вот это, как, что за жизнь-то такая? Это-то можно понять, куда мы идем?